Бабушка наша, артист. А чё тебе звоню, звоню, тебе нема, мам. Ты уже проголосовала, мам? Короче, нет. Не? Нет, я сейчас иду. Привет, заходи. Саша, у меня выходит, просто она... Добрый день. Все подписчики Алли Ковальчук, я вас вітаю с нашим святом, днем выборов президента Украины. И еще ж какой праздник у нас, мам? И сегодня еще праздник... Ти забула? Ні, перед Пасхою, який праздник в неділю? Сьогодні зелена неділя. Вербна. Вербна неділя. Да, молодець. Зелена. А також, ну, праздник це, в який не можна ругатися. Працювати. Працювати. Хоча далі сказали, що працювати можна. Можна. Наприклад, сажати квіти. Домашні. А вербна неділя, говорять, вони вроді б то ростимуть хорошо. Ну, це сьогодні я слухала так по радіо. Посмотрите, яка мама у мене. Та чо, о, ну, потім я всіх-всіх вітаю. Я вже за вами скучила. Коли ти вже пригрібешся ну, сюди, скажи. Ну, немає, як пригрібтися. Дуже. Бач, як красиво все вокруг. Дуже моя судьба тяжка. Та ти ж сама її вибрала. Я сильна. Давай, як в «Кавказской пленнице», ми приїдемо, тебе украдемо і все, і домой привезем, да? Так, що я... А ти чого телефон не береш? Тебе дзвонила, ти телефон? Мені один раз я взяла, почула в автобусі. А, ти в автобусі, все, я поняла. В автобусі їхала, то може... Я дуже довго чекала автобуса, дуже довго. Ну, заходь, мам, хату. І спросила я у водителя, у вас немає розкладу? А він каже, їздю так, як... Хочу. Коли буває і нарушення. Оце він мені таке сказав, так я вже не пошли, нічого, мам. Потім я спросила, а мене на остановки люди теж спитають, наверно, приїжджі. Говорять, скажіть, пожалуйста, до парку до якогось. Я говорю, ви знаєте, я вам теж не знаю, не скажу. Ну, парк Міра, який, наверное. Тролейбус довезе до якогось парку? Парк Міра. Не сказали Міра. Якби Міра, то я б уже знала. Ну, ти в парку Міра ні разу не була, я тебе повезу, як тут ми з'їздимо. Ось Сашуня. Так. А ти в нас ночуватиме сьогодні чи ні? Ні. Ой, ми б завтра поїхали, тебе в парк Міра, Сашуня з'їздили. Сашенька, Сашенька, виходь уже, зай. Я не буду, Сашенька. Я не буду знімати, тому що Саша просто не хоче попадати в об'єктив, тому що сказали, що вона жирна, ну, придурка много. Правда, так правда, що... Нуська, як у тебе настроєння? Отлично. А ну, а ти вже проголосувала? Та зараз тільки йду. А чого ти без мужа? А вот, в селе мы сейчас едем в село. А, вы в село? Ну, голосовать будет? Да. Молодец. Видите, люди едут в село, чтобы проголосовать. А что ты мне приперла? Или тут санечки? Сало, мясо. А, все понятно. Давай неси это Саше. Да. У тебя красивый кардиган такой. Ну, у вас же такой тоже. У меня тоже такой же? Да. Есть такой полосой на спине? Я не знаю, это цвет там. А, я знаю, что цвет. Это Лена такой, и Лена подарила мне. Такой, мне такой бежевый. Сегодня надо будет на выборы ее уйдить. Видите как? Село 60 километров, люди едут голосовать. Правильно все делают, все. А чого вони в селі? А Вова прописаний в селі. Вова по прописці. А я сьогодні посмотрю і вам покажу, як на этом. У нас Саша і Діма виписан з квартири. Не должно бути його в списках. Посмотрим. А тот раз не тот раз я не посмотрел. Тобто два бюлетня Сашин і Дімин где-то в тот раз пішов. Так що посмотрим, що в этот раз буде. Ну, може, і Саша є, то проголосує. Ні, ну Саша сьогодні буде голосувати перший раз в житті взагалі. Да? Да, перший раз. То вона ж була... Хто? Кому це треба? Так що ми збираємося. Ленуська, ти вже виходиш, так? Да? Да, все, щасливо. Значить, смотри, зробай правильний вибір. Я давно вже його зробила. Зробила, так? Да? Ну все, щасливо. Ти знаєш, у мене Володимир президент. Да, точно, давай. Ти опять напрашуєшся. Тільки в моєму дворі це можна, я тебе розрішаю. Мой муж, мой президент. Все правильно, давай, щасливо тобі. Правильно. Вот бабушка, тут паспорт. Сумку подарила, видите, то, что у меня было. А это просто отпало, то выбрось, то отпало оно, то от того. Везде. А я ее прицеплю. Ну все, значит, ты, у нас здорово, ты туда можешь смыть банку молока, чи что-то еще. Что-то. Все, конец. Так, мы сейчас все сфоткаемся во дворе, вся наша семья. Ну, почти вся.
5 минут была во дворе, уже на качелю, да весь положила ковер и уже начала нитки ці вистрепувати. Ви бачите? Це не мама, це. Так, мам, пошли. Пошли. Между прочим, сьогодні очень-очень жарко. Ми понап'ялювали на себе кофти, ну жарко. Зацвіла вишня. Мы вчера там вот на рыбалке сидели, да там, о, смотрите, пчелочка, вот то, что нужно нашим деревьям. Вот она летает. Видите, вот она. Эй, отпусти. Первый пункт нашего голосования, это опять ничего не меняется, это мама пришла сюда в школу, будет голосовать. Так что мы сейчас идем. Сашуня тоже захотела, идем, мам. Сашуня тоже захотела, говорит, пойду, потому что я 2 года не была в школе. Ну, это первое голосование нашей Саши, поэтому она уже, видно, ховается от людей, потому что всем хорошей не будет. Да, не надо. Да, не надо показывать. Вот видите, вот что называется соцопрос. Вот видите, стоит молодой человек, я так думаю, вот он, смотрите, и разговаривает с обыкновенными людьми. Вот, мам, ты мне руку спрашивай. А бачишь, за яку партию? Вот это вот. А меня спросят? Нет, тебя не спросят. Мам, руку. Видите, вот просто вопрос. Они опрашивают за... За какого кандидата вы за жодних умов не проголосуете? Это уже, я так думаю, в парламентские выборы, потому что список очень большой. Вот это вот соцопрос. Они спрашивают, а потом делают на основании этого. А как было в Катине? Десять мамы. Фамилия у Сашка. Он уже умер давно, здравствуйте. Сява. Он умер, конечно. Пойдем, мам. Бабушка вспомнила. Смотрите, сколько молодежи. И это сейчас 11 часов, это еще не пик. И люди идут и голосуют. Вот ради голосовать правильно, да? Сегодня праздник? Да, нет. Красавица, вот видишь, как хорошо. Здравствуйте. Ну, я здесь в зале снимать ничего не буду. Я думаю, что... Да, Валентина Васильевна, да. 2 кандидата, я думаю, сегодня просто... Кого-то встретила, вот идет. Ой, самый главный выбор эти, да. Да. Ну и ты, Саня, сегодня первый раз в жизни будешь голосовать. Заходите, пожалуйста. Вы зайдете, и вы все исправите. О, соседи наши, видите, как Наташа. Соседи наши. Колокольчик. Уже с тем колокольчиком башня. Пошли, Саша. Идем, мам. Видишь, открывают эту. Вот теперь у нас здесь только 2 кандидата. Вот, пожалуйста. Да, пожалуйста. Порошенко Петро Олексійович, 60. Ух ты, 60. Він даже на вот Мінчичі я и не знала. И Зеленский. 2 кандидата только сейчас, мам, ты видишь? Здравствуйте. Легко. Да, ну и там же, вы знаете, заходите. Сейчас я шукаю. Сегодня, конечно, вот выборча дельница наша, вот номерок. Видите, если какие-то у вас вопросы, вы можете сюда обращаться. Все. Здрасте. Опача, хлеб-соль надо. Так, посмотрите, кто пришел. Здравствуйте, с праздником вас. С праздником. А зачем окуляры, чтобы не ошибиться? А да? Як же. Ну давайте, с Богом. Сделайте правильный выбор. Давайте, давайте, давайте. Так. Смотрите, какой самый маленький выборец пришел. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Ты пришла с папой голосовать, да? Моя куколка. Ой, какие же ботинки модные, какие мы модные. Ну, всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Мам, пошли, выходи уже, все. До свидания, проголосовали, все. Здравствуйте. Боже, какие взрослые дети. Мама моя родная, не узнаешь уже. Я хотела спросить. Ты была в школе? Там ходила, Саш? Чего? По коридорам? Зеленые. Вот так прямо закрыто, разве? Да. Смотри, какие арки сделали. Ты видишь, вон, зеленые. Ну, ничего не поменялось абсолютно. Мало же времени еще прошло. Все, пошли. Теперь мы едем к нам на выбор чудильницы. Смотрите, как хорошо. Вот, вы дочка, да? Да. Да, смотрите, пришла женщина правильно голосовать. Видно. Хоть с палочкой, хоть от зяка, все равно. А слышишь? Моя Ковальчук. А она меня узнала. Да? Да, она работала у нас на автовокзале в
кіоски газетами. Точно, я теж пам'ятаю вас. Да. А неї сінок. На вокзалі робила диспетчер. Здравствуйте, Тетяна Павловна. А чо побить лозиною нас нельзя, слабо? Побий лозиною нас. Ай-яй-яй, ти видиш, нет. Да, точно, я вспомнила, я вспомнила. Бачите, як сусіди, вони чужі люди, просто що сусіди отак от зустрічаються. Бачите, які вони щасливі, що вони узнали друг друга, диви. А 87-й? О, бачиш, як сказала, а мені 87-й йде. Мої красавіці. Ну, здоров'я вам, всього самого хорошого, вам терпіння, тому що... Все, мам, йдемо. Так, ми йдемо на свою дільницю. Тут уже ми з вами були. Здесь все без проблем. Здравствуйте, ви сьогодні у нас. Як приятно, видиш, жінка поліцейська. Ще оказалось, що очень знакомые. Пошли ми голосувати. Так що, здесь у нас... Конечно, можна, чого ні. Саша, а тут раз столы вот так стояли, а сейчас вот так, видите, сейчас мы пойдем вот узнаем. У меня должно быть 3 человека в списках, ну, Димка выписан, сейчас посмотрим, есть или нету человека. Ищите, Сашенька, ищите эту, адрес должен написан, вот на потолке, на стене, это не наше, он наше, аж там в углу. В углу, Саш. Бери паспорт. Все-таки, Саш, первый раз голосовать это надо раньше давали. У меня раньше давали цветы. Раньше это такой праздник был, когда первый раз голосовали. Сейчас нет. Тут так прохладненько, хорошо. Видите, 4 кабинки. Здесь более просто все. Вот просто это сейчас наша семья. Вот мы сейчас нас ищут. По списку и дают вот такие вот бюллетни маленькие, видите? Сейчас я посмотрю, сколько у нас там человек и сколько бюллетней рассчитано на нашу семью. Ну, тот раз, конечно, бюллетень Сашин пропал. Ну, она не голосовала, сейчас посмотрим. В списке все правильно. У нас 3 человека, один выписанный. Я проверила, 3 списка есть. То есть не было там никакого... Все? А, там есть местечко. Сейчас иду туда. Такой бюллетень. Иду... Ты уже проголосовал, Саш? Саша повез домой, она рвалась на маршрутку. Говорю, нет, Сашенька, отвози ее, чтобы она не стояла там на маршрутках. И сейчас Лена с Вовой приедут с деревни, и мы будем жарить шашлык. Лариса, Сережа на работу, Лариса сегодня на работе наша, Лариса это не знаю. Ну, короче говоря, на сегодня вечером будет шашлык по поводу того, что...